Так, включаю. Вот, пошло память считать. Все, память проверила. Вот грузится. В автобизеке стоит загрузка лексикона автоматом при включении. Вот выходим из лексикона. Вот Нортон загрузился. Сейчас попробую показать, что на диске есть. Так, поехали. Не знаю, видно будет, нет. Первая директория антивирус. Вот, доктор веб. Доктор веб. Досовский. Архив с антивирусом и анти-1700. Какая-то программа. Тоже какой-то старинный антивирус досовский. Вторая директория – архив. Вот какие-то архивы пользователей, я их сотру потом. Так, FV setup, не помню, что это такое. А, help есть, прочитаете. Это исследование, какая-то директория, тоже удалю ее, это видно пользовательская. Это сам лексикон. Понятно. Магистр программа какая-то, не знаю, что это такое. Norton Commander. PAC. Это архиваторы здесь какие-то. Ну, это системная. Темпы. И утилиты. Так. Утилиты. Нортоновские утилиты какие-то. NDD, Discredit, AFTest, RobLess, PU1700, Умирайза. Так. Ну вот автоэкзек, дрова всякие и конфиг. Вот если интересно, сейчас конфиг посмотрим. Вот конфиг простейший здесь. Так, и автоэкзек сейчас покажу. И автоэкзек. Вот здесь в автозагрузку вписан лексикон. Могу заремить. Ну, потом сами разберетесь. Вот все, что есть.